что у нас сегодня на повестке дня? Примерно мы сегодня будем говорить о... Точно. Значит так, в очередной раз в моей... в моем доме нашелся тот, кто захочет нас снова поговорить. Это очень удивительно на самом деле. Хотя я не особо удивлен, потому что да. Ну так вот, сука. Я немного натянул. Так вот, сегодняшний гость, он прям пишет кипятком от того, что он снова хочет с ним поговорить, и это чайник. Верно. Чайник. Я вас приветствую сегодня здесь, в моем кругу. Мысленно с тобой надо будет не очень таки продуктивный диалог на самом деле, но все же таки, я думаю, у нас есть кое-что, что с тобой можно будет обсудить. Ну так это, как его там, так чайник, да. Знаешь, я просто хочу тебе сказать, что сегодня я пил чай и обжегся, пока пил его. Нет, что ты, я даже не думаю тебя осуждать за... Что-то я тебе ничего не обвиняю, я просто говорю, что ты тупой кусок железа. Знаешь, я очень рад, что ты вернулся, потому что... Я даже начинал говорить о том, что я сегодня обжегся. Стоишь здесь, наверное, тебе будет комфортнее. Ну так вот, знаешь, я не хочу говорить о каких-то твоих недостатках. Ты хоть понимаешь то, что твое существование вообще несет вред человеку? Ну, знаешь, частично. То есть, ты опасен для... людей. Ты просто производишь кипяток, который может навредить человеку, да вообще. Это типа больно? Горячо? Горячо, да, понимаешь, да, чем я? Ну так вот, то есть, вот так вот. Ага, да. Я это пить не буду, потому что это опасно. Я нажимаю тебя, и ты закипел, заливаем. Я пью. Ай, блин, обжегся. Видишь? Обжегся. Я... Ты еще горячий, нет? Я лью на себя. Больно. И я обжегся. И я пострадал. Может, скажи немного о себе. То есть, типа... У тебя наверняка есть хобби. Хобби, да. Есть хобби. То есть ты не только вынесешь вред, но у тебя, помимо твоей работы, я так думаю, что все-таки я поговорю о твоей работе еще, потому что суть твоей работы такова, что ты преступник. Ты, типа, больно делаешь всем. Понятное дело, это не от тебя зависит, а от людей, которые тобой пользуются, но все-таки ты приносишь боль. И это важно. Ладно, знаешь, я все сказал тебе. Я тебя, по крайней мере, ты сам это все прекрасно знаешь. Да, я говорил о твоем хобби. Хобби твое заключается в том, что ты, типа, ну вроде как, типа, чай делаешь? Ну такой вкусный чай прям делаешь. Вкусный чай, там, все такое, ну знаешь. То есть ты завариваешь чай, и он вкусный получается. Это твое хобби, да? Ну хотя, что ты еще можешь делать? Действительно, да. А также я видел, ты классно делаешь дошираки. Ну, ты изливаешь кипятком ее и ешь. Ну, очень вкусно, кстати, да. Вот дешевый сердит и так далее. Угу. Но, видимо, я тебя уже утомил в том плане, то, что ты также такой, знаешь, созданный человеком для того, чтобы служить человеку. Ты не нужен. А знаешь, я хотел бы у тебя кое-что попросить все-таки. Да, сделай мне чай, пожалуйста. Это было бы очень мило с твоей стороны.